Ну что, какая концовка здесь каноничная и правильная? Олики, здорово, Би! Я решил отдельное видео сделать по всем концовкам, которые... Они достаточно короткие сами по себе, так что первое вступление будет длинное. Вообще, тайм-коды внизу. Поставьте палец вверх и подпишитесь на канал, если вы тут впервые. И поделитесь видео с друзьями, чтобы они не заебывали себя поиском концовок, а просто у меня посмотрели. В общем, давайте смотреть. Ты ведь этого хотела? Я принес дитя! Теперь спаси нас! Измени нас! Сними проклятие с одной! Я тебя вижу, кусок говна! Даси! Она не ответит! Что ты с ней сделал, ублюдок? Послушай, я пытаюсь... Спасти! Не очень хорошо у нее получилось спасти. Стой! Что? Что? Что ты такое? Не бойся, Тасси, Трианон, я не собираюсь причинить тебе вред. Ни тебе, ни твоему ребенку. Да пусти нас! Я могу забрать ее домой через портал, домой! Она погибнет. Ты забыла? Ребенок родится больным. Болезнь уничтожит ее. Здесь, со мной, она выживет. Здесь есть надежда. Нет. Нет! Должен быть другой выход! Понимаешь, есть доктора! Они... Ты знаешь, что случилось с ее сестрой. Болезнь засела слишком глубоко. Ей всегда нужно будет Витая. А тебе не хватит духа его добывать. Мне жаль. Следуй за мной. Я отведу тебя к ней. Я увидел дитя внутри тебя. Всего лишь зародыш, но она росла, и я могла допустить ее гибель. Я собрала всех, чтобы спасти ее. Я сказал тебе, что Витая подарит ей жизнь, но для этого ей придется остаться. Ты не послушал? Не хотела ее отдавать. Ты бы умерла в пустыне. У меня не осталось выбора, кроме как обратить тебя в создание, которым я могу управлять. Я бы о ней позаботилась. Я бы стала ей матерью, как и должна была быть. Взгляни на себя, Тасси. Ты теперь жнец. Голод скоро затмит остатки твоего разума. Ты ей больше ничем не поможешь, а я помогу. Ты должна позволить мне стать ей матерью. Амари, я здесь, сердце мое. Мама здесь. Успокой ее. Покорми, попрощайся. Времени у тебя немного. И когда закончишь, оставь ее и приди ко мне. Я облегчу твои муки. Так для тебя будет лучше, Мари. Остаться здесь, с надеждой на жизнь? О нет, в этот раз мы проходим другую концовку. Прошу тебя, Тасси. Как ты можешь уберечь ее в своем мире? Ее растерзает болезнь, как твое первое дитя. Ты не оставила мне выбора, я должна спасти ее от тебя. О нет, я буду сопротивляться, я сегодня злой. Ты ее не получишь! Не убегай! Я ее слышу, Тасси! Тише, Амари. Первые признаки проявились с самого зачатия. Ее организм откажет. Это твои гены. Ну, а далее мы бежим к аппарату, который мы уже видели. То есть проделываем путь назад и попадаем в Париж. Смотрите, как это будет. Нет, так нельзя! Она не выживет! Риэль, пихуй. Тасси! Твое дитя погибнет без Витая! Нет, не надо, пожалуйста! Ее нет. Ее больше нет!
Вот не так я себе представил французскую концовку, но все хорошо, Мари. Ее нет. То есть мы очнулись в каком-то туннеле. Господи, и где мы теперь? Просто меня удивляет, что где-то в центре Парижа, на фоне Эйфелевой башни, есть стена, которую можно пробить руками. Но мы в Париже. Я с тобой. А Мари, мы дома. Мы дома. Ты замерзла. Я позабочусь о тебе. Сердце мое. Мама рядом. И тут происходит какой-то баг с кадром, который уплывает вверх налево. Но тут же, как говорится, куда деваться. И я получу приз заботливая с Эйфелевой башни на фоне. Далее идет следующая концовка, где мы просто нафиг все уничтожаем, взрываем все. Здесь нам нужно взорвать 4 трубы при помощи вот этой красной алой жижи, которая была еще в первой амнезии. Вот и все, Амари, если мы пойдем на это, то все кончено. Нам нужно, видите, закачать обычную жижу, жижа отравилась. И сейчас все взорвется, потому что болезнь протравит эту жижу. Нет! Как считаете, можно ли это считать хорошей концовкой? Скажем так, мы уничтожили зло. Ну или не зло, а существо. За что я же хотел спасти ее? Я считаю неправильно, это очень стрёмная концовка, что мы умерли, по сути, все мы умерли. И ребенок, и я, и Тася умерла, и вот это существо умерло, которое вроде даже не злое. Прости меня, сердце мое. Это самая стрёмная концовка из всех, что тут есть. Самая ни о чёмная. Самое, на мой взгляд, неправильное. Ну и после мы наблюдаем башню, похожую на башню за стенами колец в конце. Видимо, это я теперь в этой капсуле существую, а может это не я. Ну, судя по голосу, это могу быть я. И, типа, вот эта вечность будет происходить с нами. Мы будем вечно сидеть в этой капсуле. Или нет. И все, больше ничего не происходит. Красная жижа пожирает все и убивает всех. И как бы освобождает ли это людей от мук, даруя им смерть, или делает только хуже? Вот здесь уже сложно. Вот это такой сложный моральный выбор, что вроде бы мы что-то хорошее сделали, как бы облегчили людям муки, но... Но мне от концовки нравится. Называется «Иконоборец». Какой забавный голос у меня был на предыдущих записях с микрофона, правда? А сейчас две концовки уже со стрима. Они, мне кажется, самыми каноничными. А пишите в комментариях, какие концовки вам больше всего понравились. И какая концовка вам кажется правильной. Я считаю, правильная это вот следующая, которую вы увидите прямо сейчас. Короче, самая худшая концовка. Худшая концовка сейчас будет. Все, я попробую себя убить, сдавайся. Ты же приближаешь собственную гибель. Я попробую себя убить, мне интересно просто, что будет. Я стал тварью, я тварь. Бист, я бист. Тварь, съешь его, съешь ребенка! А не, она смогла отнести ребенка. Не бойся, я не позволю ей причинить тебе вред. Александр!
кормите его. А. Так, это концовка? Это концовка? Это мои воспоминания. Вот тут обезьянуса, вот эта штука. Да, это я концовку открыл! Жнец. Все, да вот и все, Мари. Если я же положу тебя здесь, мы, наверное, больше не увидимся. Прости, Мари. Есть у тебя... Есть шанс. Это выиграешь. Когда Half-Life... Я всю голову хочу помыть, чувствую себя таким жирным. Милый. Не, ребенок милый, когда он вот на расстоянии. Так вообще страшный. Разработчикам из Frictional Games только стрёмные модельки делать. Что-то нормальное они, конечно, уже тут уже как бы, да. Так, ну все. Дитку я оставил. Капсулу забрать нельзя. Ну все. Благодарю, Тасси. Я буду ее защищать. Я буду ее любить. Обезьянку я мне могла бы дать. Обезьянку заставить. Ни одного воспоминания не оставили. Ой, Я хочу сопротивляться! Я живым, я им не дамся! Но, видимо, выбора нет. Не, по-моему, та же концовка, что и в прошлый раз. Ну, только чуть-чуть другая совсем. Изменений минимум. Или это все-таки другая концовка? Не, ну это то же самое. Только в прошлый раз мы тащили ребенка в кровати, была катсцена, а здесь ее нет. То есть все то же самое, минус катсцена. И смысл? Сейчас посмотрим по достижениям, читается с другую концовку или нет. Если да, то, ну, я недоволен.